Ну что ж, всем здорово, с вами Тейшерк, и я продолжаю прохождение игры Ratchet & Clank Rework in Time. В прошлой серии мы нашли Алистера Азимута, он нам дал реактивные ботинки, и сейчас мы отправляемся на планету Тирахноидов. Такс, и куда мне? Мне туда. А, да, точно. Знаете, эта планета похожа на какую-то черную дыру. Не, сами посмотрите. Я так понял, тут вода? Или это небо такое? Вот, допустим, вода? И вот только вот эти вот беленькие, это, скорее всего, города. И Rest to Land. Loading. Planet Terranoids. Axiom City. Zone Collected 6. Next Upgrade 9. Окей. Loading. Loading. Кстати говоря, на этой планете можно будет купить новую броню. Ну, насколько я помню. Так, я услышал зони. Так. И сразу болты. Оп. General, come in. Так. I just landed in Axiom City. Where are you? I'm afraid I've run into a bit of trouble. Такс. 28 000. Нет, 29. Ну-ка. А я смогу набить на этот, как его? На 30 000. Так, мне игру надо делать потише, потому что она меня заглушает, и я тупить начинаю. Оп. Зони. Куда Зони ушел? Ай, гад. Ну ладно. Сейчас я тут все уничтожу. А вот, собственно, место, где можно купить броню. Prestige Shop Armor. Она стоит всего 10 тысяч? Капец. Yes. Все, у нас новая броня. И давайте купим какой-нибудь из оружия. Что-нибудь из оружия. Блин, запинайся, мне это не нравится. Ура, у меня есть реактивные ботинки, теперь я могу летать в 2 раза быстрее. Я не вижу, честно говоря, в основном разницы вот этих вот штуковин. Динамо of Doom. Что это, я не помню. По-моему, он призывает ураганы. Плазма Страйкер. Вот это вот что-то вроде снайперки. И перчатки. Нет, знаете, я что-то не хочу ничего из этого пока что брать. Так, я болты везде собрал, да? Вроде да. Так что давайте-ка отправляемся. Ну-ка, он прыгать на этих штуках будет туда? Да, ой, не туда. Туплю. Мне надо было в ту другую сторону. Оп. Е-е-е. Skill point. Hit like a rock. Так, так, стоять, это же разбить можно было. Угу. Оу, что? Его можно удерживать? Я впервые узнал, что его можно удерживать. Капец. Ну-ка, давайте-ка мы сначала туда прогуляемся. Я не помню, что там, но там какая-то секретка была. Оп. 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 Так, болты. Перейдем снова сюда. Оп. Что тут, я ничего не помню. Кстати говоря, эта планета довольно-таки большая, и эта серия может выйти на минуток 30. Оп. Странно, они не кружились, а как я на них сел, они закружились. Ой, это была плохая идея. Вообще не хотел прыгать. О, боже мой, сначала. Вот поэтому я и не люблю умирать в этой игре. Потому что тут чекпоинты фиг знает где расположены. Но ничего, сейчас все будет. Давайте-ка еще раз. Если я сейчас упаду, просто пропустим это место, и я вне записи до него дойду. Такс. Отлично. Так. Пока что все идет хорошо. Даже очень. Оп. А, они все-таки двигались. Вот я туплю-то. Угу. Так. Аккуратненько. А знаете что, я не записывал день Ratchet & Clank Rework in Time, но я слегка отвык. Так, тут у нас вот, вот такая вот штуковина. Конструктор мод. Эх. Знаете, я вот что-то PlayStation 3 не включал день, и как-то вообще непривычно. И я вообще как-то не хочу даже слегка играть в PlayStation 3, хотя у меня есть игры, которые я так и не прошел. Это полностью трилогия Джека и Декстера. Мне просто лень в нее играть. А это, мягко говоря, тупо. Так, с конструктор мод я нашел. А вот и зони.
Что, я переключился? Нечестно. Так, но Зони снова полетел. Теперь давайте-ка его попробуем достать. What the fuck? Где это я? Где это я? А, меня вышвырнуло снова сюда. Ну ладно. Прикольно. Оп. Так. Мне ВКонтакте написали. Я это снова озвучил, хотя звука не было. Но я это увидел. А вы откуда взялись? Вы что, издеваетесь надо мной? Откуда вы вообще тут взялись? Нарисовались-то откуда? Кто-то нежданчик. Не, я знал, что они тут будут, но я не ждал, что они прямо рядом со мной заспавнятся. Привет. Что мне с тобой делать? Просто тут устрейф. Так, давайте-ка попробуем кое-что вот тут. Смотрите, я накапливаю и стреляю. Так, это плохо. Да блин, это вообще что ли никакого эффекта не дает? Ладно, тогда лучше буду стрелять побыстрее. Так и то больше эффекта будет. Странно. Раньше просто удерживал и он стрелял, а теперь нет. Странно, очень странно. Так, что у нас тут? Тут надо просто прокатиться. Так, ну это легко. Так, стоять. Воу-воу-воу-воу-воу. Итак, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Назад выезжай. Теперь снова почему ты не подпрыгнул? Что с тобой не так? 7 минут я несу полнейший бред. Это новый рекорд. Так, раз. Два. И сейчас должен попасть. Три. Отлично. Так, стоять, там тупик. Это меня отвезет, по-моему, обратно к моему кораблю. Мне это сейчас не надо. А куда пропал Зони? Ну ладно. К нему вернемся позже. А сейчас идем сюда. Тут на нас, по-моему, нападут сейчас. Это я четко помню. Axiom City, Spaceport. Вы знаете, что-то я не хочу с вами говорить. Вы мне просто скажете, что мне нужно вот тут кое-что сломать. Оба-на, тут болты. Болты — это незаменимая вещь в этой игре. Но разве что много болтов. Так, тут тоже болты. Тут тоже болты. Так, и... О, тут тоже болты. Где я вообще? Я даже не помню, что мне тут сломать надо. Так. Оп. Аккуратненько так. И, по-моему... Да, мне вот тут надо сделать это. Оп. Что это там вообще вылетело? Да-да-да, на нас потом нападут. Вот, собственно, и те, кто на нас напали. Воу. Так ты как-то стал стрелять нехило. Ничего себе у вас тут. Оба-на. Ничего, я вам сейчас люлей все равно раздам. Опа! Не, их стало больше, но сложности в основном не прибавилось. Так. Оп. Не, пока что ничего сложного нету. Я вообще тут сложности не вижу. Это все? Так. Так, окей, вот транспорт они активировали. Но тихо, тут где-то должны были быть патроны. Press R2 to square. Это я четко знаю. Так, стоять. Там был зарядный бот. Куда мне нужно было деть зарядного бота? А вот и патроны, кстати говоря. Разбейся. Что они еще и говорят? Я только сейчас это заметил. Так что вы мне открыли, напомните. Туда что ли? Нет. Куда мне? Мне, скорее всего, назад отсюда выходить. Я так понял. Нет. А может быть сюда? Да, мне... Нет, мне не сюда, мне туда тогда, потому что там болты. Вот иногда в такие моменты я туплю. А вот и Зони. Что? Зони, ты обнаглел? Ты меня сбил. Ай. Ну это вообще было просто немыслимая наглость. Я такую наглость еще не видел. Так, каким надо быть наглым, чтобы такое сделать? Трындец какой-то. Вот тебе. Что? Надо мной стебешься?
Куда ты улетаешь? Куда ты летишь вообще? Так, ты наверху. О, тут болты заспавнились. Какого черта? Стоять. Все, иди ко мне. Так, за ним мы собрали. Теперь в основном можно идти дальше. Только я еще не придумал, куда этого чувачка впихнуть. У тебя есть у меня одна идея? Ну-ка. Нет. Может снова сюда ставить? Нет. Вот тут вот что-то мигает. Что это? Extend Transport Tube. Нет, спасибо, я не хочу туда заходить. Ну так вот, мне скорее всего сюда что ли надо? Или нет? Что тут вообще у нас? Тут в основном ничего. Ладно, я болты там брать не буду. Идем сюда. Все, я попал туда, куда надо. Так, у нас тут ничего нету? Нет, ничего. Знаете, в чем плюс записи с PlayStation 3? В том, что ресурсы компа тратятся просто по минимуму, а игра не глючит. Вот это я называю просто офигенно. Но, к сожалению, качество тюнера не очень. Вот тут это обидно. Так, а вот наконец-то и враги. Я это так сказал странно. Так, давай. Да блин, спавнитесь так неудобно. Умирайте. Ах ты гад. А, все равно восстановилось, так что все равно. Я столько раз умирал по глупости, что даже как-то стыдно. А, типа мне нажимать надо? Не, ну это вообще уже наглость. Сейчас все будет. Зоны! Я понял, для чего нужен был вот этот вот мелкий. Его сюда можно было вставить. Вот трендец. Я, кстати, его никогда не собирал. Ну, буду знать. Ведь понял, зачем. Так, тут никуда. Никуда. А, снова сюда. Долго мне там еще лететь? А, нет, чуть-чуть. Отлично. А вот снова тираноиды и Алистер Райзинг. Тут же где-то пополнение было. Ага. Ничего покупать не хочу. Так. Отлично. Так. Где еще? А, вот вы где. Тут, кстати, будет три волны, по-моему, насколько я помню. Не, я несу полнейший бред, это моя главная проблема. Я каким-то образом пытаюсь ее решить, но, к сожалению, ничего не получается. Ты где? Вот ты где. Его имя Джарвис? Что-то знакомое. Отлично, враги. Ламбекс. Ах, вот вы где. Так, давайте-ка мистер Зургон и вот этот. А, ну вы все равно слабы. Оп. О, как раз мистера Зургона улучшу. Везде есть свои плюсы. Оп. Так, где еще враги? А, сверху. Так. Давай. Ей, я тебя уничтожил. И всех уничтожил. А, нет, еще эти встали, главное. Оп. А сфига ли ты не уничтожился? Скажите, пожалуйста, Алистеру вообще хоть урон достается, нет? Что-то я очень сильно сомневаюсь в этом. Не, ну вообще феерическая наглость. Нет, это не наглость, это мой тупняк просто. Получай. Получай. Хм.
Так. О, дали ачивку. Rich is good. Так. Болты. Ой, какие болты? Патроны. Оп. Так. Вы только заспавнились и уже умерли. Вот это я понимаю. Так, ты тоже умри. Живым быть вредно. Так. Берем патроны, жизни и болты. Так, мистер Зургон. О! Только попробуйте соединиться. Я вам чисто по роже дам сам. Блин, патронов нету. Ну как так? Получайте. Magic Bullet. О, ачивочка. Ну, skill point. Вообще, сколько я уже skill point'ов открыл? Мне кажется, я в своем том сохранении столько skill point'ов не открывал, сколько тут. Так. А, вот же пополнение. Чё я туплю? И болтов у меня много, так что все норм. Только обидно, что жизни не восстанавливается. Хотя эта игра не настолько хардкорная, как Rage Clank Pulse of Destruction. Ну ладно. Хлоп. Тебя мы убили. Тут еще вот эти есть. Не, я их в основном сам убиваю. Алистар тут ничего не делает. Sounds simple enough. Not exactly. It'll take all three of us. I'm activating the transport ramps to the west side of the plaza. Head there now and await further instructions. The transport ramps are up. Follow me. Ох, сейчас трындец-то начнется, где я могу нехило запутаться. Так. Тут смотрите, нужно на кнопку нажать. А, нет, еще не надо на кнопку нажимать. Сейчас главное выжить. Снова. Ой, не то оружие, ну хоть. Вообще по барабану. А вот теперь не особо. Сдохни, сдохни, сдохни. Мне уже страшно. А, все, с тобой разобрались. Где жизни? О, вот они. Оп-оп-оп-оп. Все, я жив. Так, берем мистера Зеркона. Эй, где все? Оба-на, кажется, я понял. Это было глупо. И ты мертв. О, вон там еще волна подскочила. Мелких. Купить. Или как их назвать? Потому что в таком состоянии они нас ударить практически не могут. Ну да, да. Так, тут рядом со мной заспавнился. Оп. И почти готово. Ауч. Было больно. Блин, 10 хп. Капец. Где жизни? Вон жизни. Ай-яй-яй. Все, я жив. И боба. Ты такого не ждал? Оу! Нет, я такого, скорее всего, не ждал. О, снова заспавнился. Оп. Оп. Так когда вы уже кончитесь? Не, я уже хочу, чтобы они кончились, потому что я много времени это занимает. А не потому, что я могу умереть. Совершенно не поэтому. Оп. Он прям надо мной. Это уже слегка нечестно. Получай. Он так с первого раза умирает? What the fuck? Ну-ка. Баба. Эй, а ты не с первого раза умер. И ты тоже. А, стоп, я в него промазал. И отлично. Ну там еще один корабль летит. Что нифига не отлично. Ты где там? А, вот и где. Блин, ничего не вижу. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Аккуратнее. Иначе мне будет очень-очень-очень худо. Есть идея. Летать по кругу, а мистер Зургон будет по ним швалять. О, я хп полностью восстановил. Че, не ждали?
Ну, что-то вы медленные. Так. 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 Аккуратненько. А, так, один... Один не готов. О, двое. Отлично. Теперь подходим к нему. Так, с тебя можно пропустить. Отлично. Хоп. Что, куда мне? Так, стоять мне вообще не туда. Так, 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 так. Мне, получается, сюда надо было. Где они? Вот они, вот они, вот они, вот они. Раз. И второй остался. Давай, давай, давай. Отлично. Ой, блин, а. Не люблю я эту миссию. Знаете, тут лучше подождать, потому что есть вероятность, что он поставит кнопку там, где ты не ожидал, и ты будешь далеко от нее, и можешь не успеть. Так, сюда теперь. Е, отлично. Туда, куда я прям встал. А, может быть, и не туда. Хотя нет. А, нет, хотя можно сюда еще пойти. Здрасте. What the hell? Как так? Я не понимаю этого. Заново. Все, я уже запомнил. Что? А, забыл, он же рандомно их может выдавать. Отлично. Что, туда можно доехать? Так. Теперь сюда. Так. И вот тут. Now. Давайте-ка вот так пойдем. Так, вот они. Один. Два. Ё-моё, это еще не все. Я надеюсь, я хоть туда еду. Да, туда. О, Каптен Кок. А вот теперь начинается, что ни на есть самое интересное. Так, давай-ка... Е, я тебя пропустил. Follow me. Берет, толкается еще. Так, 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 так. О, вот это да. Все, это я тоже пропущу. Патроны пополним. Нет, тут еще я ничего не хочу покупать. Бабуа. Бабуа. Так. Оп. И баба. Что у нас тут еще? Снова вы. Так, где ты? А, вот ты где. Ты у нас тоже умер? А когда уже эти чертовы ворота откроются? Так. Так, так, так. Да откуда вы летите? А, из вентиляции типа. Так. О, боже мой. А тебя уже так прибью. Бесишь ты меня. Не-не-не, стой, 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 стой. Все. Пошли. Здравствуйте, приехали. А-а-а, он сюда доходит. Офигеть. Так, а вот теперь тебя можно побить.
И бобо. Но когда ты уже умрешь? О, отлично. Ура, молты. О, откуда он? Accept. А это точно не какой-то глюк там? А то как-то странно было, если честно. О боже мой, тут система против ломбоксов. Трындец какой-то. О, а тут битва. Офигеть. Взял Легрил. Так, а тебя я могу только вот так вот уничтожить. Но ничего. О боже мой. Баба. Ты труп. Ах, да, точно. Е, чуть не умер. Че, нежданчик? Воу. Так, с вами я разобрался. Да-да-да, ты не можешь держать эту дверь все время. Я знаю, знаю, я это прекрасно понимаю. Но, блин! Ух! Вот, другое дело. О, левел 5. Теперь он стал синеньким. Вы заслужили крыс. Простой Вера. Так, я это все прекрасно помню. Бабуа. 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 И баба. Ну-ка, еще раз. Вот это да. Вот это мощный. Давайте-ка я тут сначала болты соберу. Все, теперь можно открыть дверь. И куда нам теперь? Думаю, сюда, поскольку тут враг. Боже мой, вас двое. А чё ты не стреляешь? Ладно, забудь, я не хочу, чтобы пострелял. И остался жив только ты. Ненадолго. Бобо. Обожаю, когда куча болтов на экране. Это так эффектно выглядит. Что ты делаешь? О, приветик. Главное, чтобы эта штука еще по мне не шваляла. Боже мой. О, все. Вот, блин. Так. Давай. Yes. Отлично. Куда дальше? Не, я туда вряд ли допрыгну. О, спасибо. Боже мой, уже 28 минут записываю. Е-е, это все. Looks like there's an obsidian eye somewhere in Krill Canyon. I can't lock on any closer. Greetings, my old friend. Been a long time. I'm thrilled you're here to witness my greatest triumph. And look, you've met the Elder. Pity the first Lombax you meet is the shame of his entire race. So what is it this time, Nefarious? You still trying to turn everyone into robots? Or is it just good old-fashioned galactic domination? Part of me wants to let you live long enough to find out. The other part really wants to kill you. You know, for old time's sake. Decisions, decisions, decisions. Oh, BS. VX-99 detected. Evacuate all stations. Well, at least we know what he went with. А так жалко, что эту игру не перевели на русский. О, теперь босс. Ладно, я это пропущу. Потому что... чувствую, этот босс затянется у меня минут так на 10. Так. Чё, типа самый борзый?
Такс. Но сейчас мне подождать, пока он тут всех своих пришлет, бла-бла-бла, и дойдет до сюда. Это было странно. Надо тех апгрейд. О, спасибо. Оп. О боже мой, он все рубит и рубит. Все, теперь он дошел до сюда. Пока что моя главная задача вроде тут уворачиваться. Потому что больше ничего сделать не смогу. Воу. Воу. Нет, пока что это очень легко. Что дальше? Yes. О боже мой, ходить вправо-лево, это так скучно. Так, что дальше? О, сохранение. Это должно что-то значить. Куда стрелять? Так, давай. И типа готово. По-моему, я его дольше валил. Ауч. Так. Да, мне нужно все три схемы отключить или что-то в этом духе сделать. Так. Так, давайте-ка я один отключу. Оп. Оп. Готово. Осталось два болта. Так, здравствуйте, тупичок. Ауч. Этого я и боялся. Тут сейчас моя задача просто увернуться. Боже мой. Так. А куда ты вращаешься? Ай-яй-яй. Так, теперь второй. И... готово. Нет, вот, теперь готово. Угу. Теперь отходим. И новая штуковина. Так, теперь уходим вниз. Так, теперь уходим вверх. Так. Все, отлично. Оп. Оп. И готово. Но это еще не все. Ага. Только теперь мне нужно с этим еще разобраться. Не, ну это редкостная гадство. То есть ты еще вот этих идиотов спавнишь, еще в меня умудряешься стрелять. Это капец какой-то. А это делает вид, что мне помогает. Так. Все, с тобой мы покончили. О, еще ты. О, спасибо. Офигеть, у тебя есть польза. И где ты? Алло. А вот ты. Ага. И вот ты меня, значит, высадил сюда. Я не помню, какие фазы долбежки тебя. Ой, вот эту штуку надо разрушить. Такс, аккуратно. О боже мой. Я за раз, что ли, его так прибил? Жесть. Так, а вот теперь его можно бить. Ого, а я ему так нехило сношу. Level 3. И он стал дамажить лучше. Так. И... отлично. О, да я его так легко прибил.
Так. Я ему уже вон сколько снес. Ауч. Это я забыл. Да что к тебе? Все время забываю, как тебя бить. Так. Да как так? На этот раз это уже не моя вина была. Так, а вот это моя. Я его, надеюсь, победить с 12 хп. Я идиот? Еп. Что это сейчас было? Ты еще и убирать смеешь? Ну-ка. Я прогуляюсь, а мистер Зургон тебя побьет. Как тебе так? Так-так-так. 5 хп. 5 гребаных хп. И я умер. Отлично просто. Это первый босс, на котором я умер. Окей, план бить его вот так вот. Это будет быстрее. Мистер Зургон, левел 2. Ой, а у него дамаг оказывается слабенький. А я-то думал. Почему он чисто в меня стал стрелять? Так. Нежданчик. Да как так? Ой, блин, скоро Sonic Eruptor кончится. Да, я подпрыгнул. Так, с тобой, типа, разбираюсь. Как у меня уже 8 хп? Да, как это? Что происходит? У меня геймпад, что ли, тупит? Я двигаюсь, он не двигается. Что за фигня? Вообще, я его вот так по-быстрому буду долбить. Это проще. И отнимается вроде практически так же. Так, с этим мы разобрались. Теперь лупим его вот этим. Так. А теперь дело пошло на лад. Так. Теперь осталось по тебе только вот этим пошмырять. Думаю, до этого времени я доживу. Все. Наконец-то. Боже мой, у меня так мало времени, чтобы сбежать отсюда. Все. Ладно, на этом я уже закончу серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся уже в следующей части. До скорого.